Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет видео о моих последних больших покупках из зоомагазина для моих малышей. То есть для редисочки, для крысы, для стеши кролика и для моих попугайчиков, для Гинеши Челека. Хати клянчит вкусняшку, но Хати, ты поела, поэтому сначала все показываем, потом достаем дальше. Первое. Грунт для стеши. Корм для кроликов. Постоянно только его беру в последнее время. Она его ест лучше всего. Взяла сразу две пачки. Половину уронила. По скидке палочки для нее. Тоже такие уже брала. Это уже третья или четвертая штука. Сепия. Панцирь каракатицы для попугайчиков. Корм для редисочки. Тоже грунт. Камушек веселый попугайчик для птиц, чтобы клювик стачивали. Посмотрите, какая прелесть. Взяла для стеши. Это прессованное сено. Сделано, кстати, только сейчас заметила, прям под открытку новогоднюю. Такой пряничек большой. Очень хорошо точить зубы, потому что она у меня камни сметает очень быстро, а вот это она будет грызть довольно долго. Я обычно беру корзиночки из такого материала. Но как бы Новый год, все дела, поэтому села. Дальше палочки от Рио с яйцом и ракушечником для птиц одни. И вторые взяла тоже от Рио, такие же, но с тропическими фруктами. Повешу им, я думаю, что они оценят. Из интересного, так как был со скидкой, корм Фиори, производство Италия для крыс. В общем, стоит он 915 рублей, чтобы вы понимали. Он в вакуумной упаковке, но я пока не буду открывать, потому что у нас еще старый грумс наш не закончился. Взяла на пробу. Если он ей понравится, она не будет из него ничего оставлять, тогда буду кормить им. Здесь куча витаминов, то есть он обогащен всем, чем нужно, много белка, животный белок присутствует в составе, как я понимаю, много всяких разных овощей, люцерна здесь есть, внутри он должен выглядеть как-то так. Но я надеюсь, что он ей понравится, иначе она будет у меня голодать, пока это не съест, потому что, извините, почти 1000, я не просто так их выкинула. Вкусняшки для птиц, здесь... Ассорти, хоть сам ешь, я уже не первый раз такое беру. Здесь тыквенные семечки, подсолнечник, сушеный ананас, сушеный кокос, грецкий и миндаль, орешки, сушеные яблоки. И Гюнеш очень любит можжевельник. Вот такие маленькие черные ягодки, он за них просто вот, не знаю, что он за них готов сделать. Челек даже один раз клюнул, потому что она попыталась отобрать. Обожаю. Для птичек тоже взяла их корм, это Grand Prix, они едят у меня только его, ничего другого не пробовала и не буду, едят они его шикарно, сразу комбинированный зерно, плюс фрукты сушеные и сразу ракушечник здесь добавлен, едим только так. Еще одна полезная лакомка, беру по мере необходимости, как они доедают, это как раз таки вот этот ракушечник, минеральная палочка, просто налепленный на палку в виде вкусняшки сделан, то есть так же, как и это, но из ракушки. Корень одуванчика для стеши, потому что у нее закончился. И последнее сено, тоже, как вы понимаете, для стеши, пока оно хорошее. Пробовала разные брать, и она любит только вот это почему-то. Вот как-то так. Я стала очень быстро все показывать и рассказывать в последнее время. 4 минуты, и видео снято. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите темы для новых роликов. У меня скоро будет отпуск. Я надеюсь, что я буду в усиленном режиме снимать. Всем пока!